Под пеленой дождя модный и амбициозный бизнес-проект с таким названием в рамках Дня предпринимателя презентовали талантливые дизайнеры из Иваново Ксения Новикова и Дарья Растунина. На создание коллекции их вдохновили рисунки особенных ребят из клуба молодых инвалидов «Грани». Модельеры создали эскизы, разработали формы будущих нарядов и перенесли изображения с бумаги на ткань. Получились такие яркие принты. Эта модель, она создана по рисунку Арсений, такой мальчик у нас занимался вот 2 года назад, и мы уже перерабатывали, то есть его рисунок, он рисовал тушью по-сырому, есть такая техника, вот на акварельной бумаге такие пятна интересные, вот, и мы их уже превратили в ткань, вот, напечатали и потом уже сшили из этого, собственно, саму модель. В модной линейке 30 моделей. Треть из них для мужчин, остальные для женщин. Красивые платья и брюки, развивающиеся юбки, изящные блузы. Принты делают каждый наряд модным, добавляют ему изюминку. Ребят с расстройством аутистического спектра часто называют детьми дождя. Кажется, что и коллекция, вдохновленная ими, должна быть такой же пасмурной, как дождливый день. На деле работы яркие, как и внутренний мир особенных людей. Человек, у которого аутизм, он существует под некой такой пеленой дождливой. И мы при помощи искусства приоткрываем эту завесу, приоткрываем эту пелену и наблюдаем, восхищаемся его внутренним миром. То есть сегодня всем зрителям мы покажем внутренний мир богатый наших ребят. У особенных ребят неограниченные возможности для творчества. Участники клуба «Грани» сегодня одеты в свитшоты с принтом в виде совы, которые разработали сами. Мы сегодня показываем модели. Вот сначала танцуем, потом показываем модели все вот наши. Для кого эти модели? Для всех, вот кто тут находится. Ну вот ты смотришь на них, они тебе нравятся? Ну да. Под пеленой дождя коллекция «Прет-а-порте». Образы будут гармонично смотреться на городских улицах. В них можно пойти на учебу или работу. День предпринимателя для дебютного показа выбран не случайно. Авторы надеются, что бизнесменов заинтересует идея создания и пошива одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дизайнеры творить готовы. В их копилке еще несколько десятков работ юных художников из клуба «Грани». Хватит и на одну коллекцию. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.